26 лет назад, в 1990 году, была открыта новая страница в летописи нашей страны. Принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. 12 июня наша страна отмечает свой главный государственный праздник – День России. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. В честь Дня России в Славянске на Кубани прошел торжественный митинг. На Театральной площади собрались депутаты городского и районного советов, студенты, школьники, волонтеры, а также жители Славянска на Кубани. На главной площади города под звук государственного гимна Российской Федерации был поднят флаг России. Этой честью удостоились спортсмен, призер и победитель чемпионатов и первенств краевого и всероссийского уровней Дмитрий Зубко и отличница учебы, неоднократный победитель всероссийских научно-исследовательских конкурсов и олимпиад Мария Никифорова. Открыл праздничное мероприятие заместитель главы города Славянска на Кубани Сергей Мащенко. Он отметил, что день рождения современной России объединяет всех нас чувством гордости за славное многовековое прошлое, уникальное культурное и историческое наследие великой державы, верой в ее достойное будущее. День России – это праздник всех, кому дорога Родина, кто гордится ее многовой историей, великими свершениями предками и достижениями современников. С первых дней своего существования – государство заявило о своей решимости создать демократическое правовое общество. Конституция, по которой мы живем сегодня, утверждает права и свободы граждан России, требует от нас хранить государственное единство, заботиться о благополучии родной страны, нерушимости ее границ. В рамках празднования Дня России здесь же, на Театральной площади, прошло вручение паспортов молодым славянцам. Это одно из главных событий в жизни каждого человека. Ведь паспорт доказывает принадлежность к родному государству и является важнейшим документом гражданина страны. Дарья Тимовская в числе тех, кто получил паспорт из рук заместителя главы города. Я вообще очень рада, очень горда, что вот так вот на сцене не выпал шанс, что мне на сцене прям вручали. Вообще очень торжественно, и я горда. Показать единство, сплоченность всех народов России, всем вместе доказать миру и прежде всего самим себе, что наша страна могучая, непобедимая и единая. Вот главный смысл праздника. Завершилось мероприятие выступлением творческих коллективов городского дома культуры. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События».